Традиционно по окончании года подводятся итоги, обозначаются важнейшие события, сформировавшие нашу жизнь за прошедший год. Но понимая, что главным, основным событием, которое случилось в Башкирии, была смена власти и приход Хабирова на место Хамитова, я все-таки решил сделать большую обзорную такую программу-передачу, посвященную самому Хабирову, его команде и предположением о том, что ждет Башкирию в ближайшие годы. Я провел достаточно большую работу, побеседовал с очевидцами многих событий в прошлом. Дело в том, что на самом деле мы очень мало что знаем о Хабирове, очень мало что знаем о его команде. В его истории очень много белых пятен, непонятных совершенно эпизодов и так далее. Хотелось бы их прояснить. И вот именно этому будет посвящена эта большая передача. Я не случайно начинаю ее делать в Стамбуле, потому что Стамбул очень, и вообще Турция очень не чужой город для Радия Фаритовича Хабирова. Есть нюансы, я их расскажу, что связывает Хабирова и Турцию. В общем, где-нибудь 10-11 января, я думаю, что эту передачу мы смонтируем и выпустим в эфир «Открытой политики». We'll be right back.